И снова здравствуйте! Сегодня будем готовить творог. Домашний, натуральный, из молока и кефира. Готовится очень просто. Я готовлю в мультиварке с режимом мультиповар. Для приготовления я возьму 3 литра молока и 1 литр кефира. Молоко у меня домашнее, но может быть также и магазинное. Выливаю все в кастрюлю мультиварки и буду готовить на режиме йогурт. Если нет режима йогурт, то можно приготовить на режиме мультиповар, выбрав 40 градусов, время 4 часа. Через 4 часа вот так должно скваситься молоко. Это был первый этап приготовления. Теперь нам нужно, чтобы отошла сыворотка. Для этого я выбираю функцию мультиповар, 100 градусов, время ставлю 20 минут. Сыворотка отсоединилась. Вот такая масса у меня получилась. Теперь ее нужно остудить. Остается только сцедить сыворотку, и творог будет готов. Я воспользовалась ситом, но можно также использовать марлю или любую ткань. Чем меньше сыворотки останется в твороге, тем суше он будет. Оставляю творожную массу для того, чтобы сошла сыворотка в подвешенном состоянии на несколько часов. В результате получается вот такой творог. Он очень вкусный. Результат, конечно, будет зависеть от качества молока, используемого для приготовления. В результате у меня получилось 860 граммов натурального, вкусного домашнего творога. И около 3 литров сыворотки, которую можно использовать в качестве напитка и приготовить отличное тесто. Спасибо, что были со мной. До встречи!